here. I'm repping anybody trying to reach the next. MMA, Taekwondo, thumb wrestling. Nobody else on the camera. Face them up, guys. Парни, на середину лицом к лицу. Окей, поехали. Мы анонсируем большой бой Вудли против Джейка Пола. Драма в том, что крутой парень из ММА на большом ринге против боксера. Вот что люди хотят увидеть. Ты проиграл 4, я выиграл 4. Я чемпион мира. Уже больше не чемпион. Я пятикратный чемпион мира. Ты уже никогда не оденешь этот пояс. А чего добился ты? Гуччи пояс? Это истинный Гуччи коллекция. Ты ни черта не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. Ты будешь побить диснеевским мальчиком. Это будет унижение, слышишь? Я тебя унижу. Я надеру тебе задницу. Чего я добился? Я даю тебе самое большое вознаграждение в твоей жизни, когда ты разорен. Мне нравится, как тебя колбасят. Ты проиграл 4 боя, тебе 40. Увидим, увидим. Я чувствую плохой запах. Ты наложил? Ты шутка. Ты смешной. Ты же ничего не знаешь о боксе. А что знаешь ты, если ты 3 раза дрался? Я дерусь с самого детства, и у меня 35 профессиональных боев. Я людей втаптывал на улицах, когда ты в Дисней ходил. Поэтому ты и дурак, что дрался на улицах. Я дерусь только за бабки, и знаешь, мне отлично платят. Ты — это спидбэк. Есть ли в этом зале спидбэк? Одного раунда достаточно для тебя. Ты помнишь, как я нокаутировал твоего лучшего друга? Что ты можешь сделать сейчас? Ты его готовил и тренировал, и что ты можешь предложить? Не будь ребенком. Шоу-тайм, не имейте с этим уродом дела, он конченый. Ты тренер. Вы давайте там поаккуратнее тренируйтесь, чтобы он не съехал на травму. Тебе 39 лет, и ты проиграл. Ты еще и сучка ко всему. Я быстрее, лучше, сильнее. Ты проиграешь в первом раунде, как твой лучший кореш. Давай, делай, я удвою твой гонорар. Я удвою тебе бабки, ты слышишь? Если ты меня побьешь, а если нет, то все свои деньги ты отдашь в мой благотворительный фонд. Давай дадим по рукам, договор? Слышишь, договор? Тайрон, я найду тебя. Я надеру тебе задницу, Тайрон, я порву тебя. Он никогда не делал это на профессиональном боксерском. Он не понимает, в какую корзину сует башку. Это самый большой бой в его карьере. Самый большой платеж в его карьере. В противном случае, он был бы просто выброшен из UFC и забыт. Честно говоря, он должен поблагодарить меня за это. Скажи правду уже. Как все есть, так и скажи. Скажи, как есть. Перед всеми камерами я ему сказал, что если ты выиграешь, то ты удвоишь свой бумажник. Но если ты проиграешь, ты должен заплатить на мою благотворительность. Он потерял уверенность сразу, и он начал атаковать. Я спрашиваю тогда, почему ты тогда переживаешь как боец, если ты уверен, что ты должен был выиграть? Если ты уверен, что ты должен выиграть? Зачем ты здесь подпрыгивать пытаешься? А речь идет о том, чтобы заработать двойные бабки. Между прочим, это его самый дорогой бой в жизни, и он может взять двойную сумму, если он выиграет. Ха-ха, народ, у меня есть микрофон, я теперь знаменит. Почему ты так веришь в себя и не веришь в него? Он болельщикам знаком как хороший боец, и потому что нокаутировал людей. Но я знаю, насколько я хорош, и я уже знаю, что это будет просто еще один легкий бой. Это может звучать грубо, но я просто знаю, что я тяжело работаю, добиваюсь успеха, и это оплачивается. Вот почему шоу «Тайм» со мной в бизнесе хотят иметь дела.
Они смотрят далеко вперед, я буду приносить космические бабки. Да. Спрашивают, что он думает про то, что Тайрон лучше, чем Бен Аскрен. И это однозначно. Что Вудли лучше Аскрена? 100%. Нехер сравнивать. Вудли не настолько хорош, как я, и это мне очевидно. У него есть 86 дней с сегодняшнего момента, до 28 августа, чтобы выбросить все ненужное в ударке. Все те плохие привычки, которые не позволяют переучиться, чтобы боксировать грамотно. Это бокс, это не ММА. Мы видим все его проблемы сейчас. Он учился, как бороться, но не боксировать. Сейчас он не взрывной, а легкий, мышцы не готовы к боксу. И это невозможно сделать за 86 дней. И сейчас мы видим, что диснеевский ребенок собирается побить пятикратного чемпиона UFC. И это будет прикольно. Это уже признание. Ты хочешь сказать, что он и мы не понимаем твои реальные возможности в боксе? Конечно. Я даже не показывал все свои бойцовские способности. Я не был бит в лицо. Никто не мог дотянуться до моего подбородка. Я даже не разогревался еще, и тем не менее я топовый боец. И из 4-5-6 раундовом бою я легко пройду дистанцию. Я становлюсь только лучше. Я реально даже не имел возможности разогреться нормально. Но тем не менее я в предвкушении показать мои бойцовские способности. Я тренируюсь сегодня, я клянусь. Я понимаю, на что способен. Я доказал делом. Когда предсказал все мои бои, в каком раунде закончу. И Вудли, я говорю, не дальше второго раунда продлится бой. Я адаптировался под бокс, под каждый раунд, и поэтому это невозможно даже предсказать мои боксерские способности. Вы меня еще не знаете. Ты думаешь, в какой форме он подойдет к бою? У него есть нокаутирующий удар, он будет это тренировать. Он пятикратный чемпион мира UFC. Он знает, как набирать форму. 100% он будет лучше Аскрена. Но для меня это всего лишь пара ударов больше, может, пару десятков ударов, чтобы уложить его. Вудли зарабатывает намного больше, чем в UFC. В сотни раз больше. Даже не сомневайтесь, это его час славы. 100%. Я люблю это. Мы работали в темноте, чтобы светить на солнце. Я не знаю, Бог просто дал мне силу, скорость и отправил меня на эту землю боксировать. И у меня лучшая команда. Лучшие тренера, и они все не позволяют делать ошибки. Флорес Джейкоб, Джейли и вся команда со мной. Это нужно мне, это важно мне. Другие ребята меняют наставников раз в 3-4 года и пытаются найти что-то новое. Я действую по-другому, и мы остаемся с командой. У меня четкий геймплан, и мы укладываем людей спать. Что он делал для того, чтобы победить в боксе до этого? Делал херню. У тебя есть крутые часы, обувь, сумка с Микки Маусом. Ты ассоциируешь себя с этим героем? 100%. Я одеваю Дисней символы, потому что Микки на 100% моя диснеевская звезда. Дисней создал грандиозные мировые продукты и выпустил мировых звезд. Я даже не знаю, что это возможно. Что что-то в воздухе, но он создал великих мировых звезд. Кого бы ты победил еще? Макгрегор, Мейвезер, я хочу Камара Усман, Диас, там большой лист. Но сейчас главная задача убрать его, Вудли. Было много имен, из кого выбрать. Взяли того, кто был доступен. Все эти ребята принадлежат команде Дэна Уайт. Кого он убрал и кто вылетел из контракта, с ними можно драться. Я думаю, это движение, движение вперед, которое покажет, что бойцы должны оплачиваться больше. Конечно, это нечестно. Те проценты, которые получают владельцы по сравнению с бойцами, они маленькие для бойцов. Например, Фрэнсис Нгану с Джон Джонсом заплатили им эти 10 миллионов, и этот бой должен случиться. Но он забирает их деньги. Они те, кто делает контент, кто рискует своими жизнями. Бойцы могут умереть на ринге. Они соглашаются с этим, подписывая контракт. Я сторонник этого движения, чтобы платили бойцам больше. Как музыкальные лейблы. Артист подписывает и не получает ничего. Fuck that shit, fuck Dana White. Почему все боятся говорить об этом? Потому что все зависят и боятся его. Он заткнул всех. Я один, кто не боится это говорить. Я не нуждаюсь в нем. Я сам себе хозяин и устраиваю сам себе бои без его позволения. Я единственный, кто может послать его нахер и устроить крупнейший бой года. Ситуация будет меняться. Когда мы все изменим в этом бизнесе, это случится непременно. Бойцы будут зарабатывать больше. Это шоу-бизнес.
Много людей хотят сфокусироваться на спорте, но вы увидите больше трэш-токов в скором времени и больше скандальных историй. Без этого никак. Я думаю, что это начало чего-то нового, и я воодушевлен этим. Что посоветуешь делать с деньгами? Куда вкладывать? Слышишь, я не финансовый советник, но я серьезно рекомендую делать ставку на дом, вкладываться в недвижимость. That's it, guys. Thank you. Okay, see what we squad, huh? Thank you. Мне понравилось все. Одно только я думал, почему Джей говорил о Тайрине как о лузере, и что он проиграл его последние 4 боя. В моем понимании ты должен говорить о себе и только, и о том, насколько ты хорош, а не о том, насколько они плохие. Но когда камеры включены, ты всегда думаешь сказать что-то, и обычно это первое, что приходит тебе в голову. Какая-нибудь пурга. Но это уже не имеет значения. Джейк имеет 30 миллионов подписчиков, и они будут все смотреть его и платить. Вот что имеет значение, потому что люди за него платят. Кто будет лучше в этом бою? Я был неправ по поводу Джейка в прошлый раз. Я уже не знаю, что думать. Не мог поверить, что это случилось. Когда ты не знаешь, как бой будет развиваться от запланированного. Мне всегда интересно смотреть такое. Теперь заинтересован, как это повернется. Я теперь в предвкушении, нахер.